Друзья, всех приветствую в своей мастерской. Забегая вперед, скажу, что у меня в ремонте был такой вот скутер. Это Honda Giorno. Записать приветственное сообщение, приветственный видосик. Я что-то запарился, забыл. И в итоге получилось так, что начал съемку я уже с разбора этого скутера. В принципе, все. Весь остальной небольшой ремонтик. Он будет на видео все показано вкратце. Но особо там рассказывать и показывать-то нечего. Вот. Прилип там поршень. Расточили мы цилиндр. Поменяли коленчатый вал. И поменяли поршневую вместе с кольцами совсем. Вот так вот выглядят ролики, уже подуставшие, выработка есть. Так вот грузики выглядят уже, вот они сточенные, видно. Ну вот мы и раскидали Honda Giorno. Располовинил я двигатель картера. Добрался до поршня. И вот смотрите, в каком состоянии поршень. Ну, мало того, что поршень приехал здесь. Здесь еще смотрите, что с шатуном. Вот он какой. Цвет поменял. И там такая болтанка. Короче, шатун под замену, я не знаю. Сейчас посмотрим, если у них ремонтные шатуны. Обычно они идут с коленвалом в сборе. Но я не знаю, это еще не факт. Может быть, придется распрессовывать коленчатый вал. И, короче, жопа полная здесь.
Это масляное голодание. Я говорю, я слил отсюда 70 грамм масла. Ну и вот, собственно говоря, цилиндр. Тоже он весь подранный. Мама, не горюй. Так что вот такая печальная история. Там уж все прикипело, до такой степени тут смазки не было. Вот такая вот печальная история. Кольца все залегли. Конечно, он не заведется. Конечно, он не будет тянуть. Масла не было, и все. Позадирало все. Ну что хотел бы сказать, все, здесь тотальное разрушение шатуна. Вот так он выглядит. Так выглядит палец. Так, джентльмены, вот у нас Honda Journa 50 кубовый после капитального ремонта. Колено заказывали с Владивостока. Расточка у нас с этим очень худо-бедно, потому что вот такой диаметр. Это на 38 миллиметров, по-моему. У нас их, ну, но никто не хочет за это браться, потому что, чтобы растачивать под такой маленький микроскопический диаметр, то нужно специальное оборудование, специальная голова. И зачем это нужно делать, если в 10 лет один раз кто-нибудь у тебя и спросит проточить под такой диаметр. 38 миллиметров. Вот. В 10 лет кто-нибудь да и поточит у тебя. Ну, смысла в этом никакого нету. Глубоко печальная история. Здесь минус в том, что верхняя плита, одна из двух составных частей блока, она идет, летает с цилиндром. То есть, если на любом другом мотоцикле можно, допустим, поменять цилиндр там и все, то здесь приходится менять блок. Верхнюю плиту, либо что вот. Но в итоге, поскольку цилиндр более-менее живой, мы вышли из положения и расточили его под второй ремонтный размер. Тепловой зазор здесь 0,5 миллиметра. Вот, достаточно такой. Ну, это японец, поэтому все японцы работают очень на таких маленьких тепловых зазорах. Цилиндр поршень. В итоге мы его собрали с моим помощником. И сейчас он благополучно работает. Я его уже потестил, покатался. Заводится он с полоборота. Вот. Также он запускается из... аккумулятор запускается, но поскольку здесь аккумулятор погибший, умерший, его нужно будет заменить. Вот, сейчас он немножко поработает, там где-то часик покатаешься, аккумулятор набирает силу немножечко, подзаряжается, и он спокойно запускается и с аккумулятора. Но также благополучно он и запускается у нас и с ножки. То есть проблем с этим нет. Вот. Скорость развивает, обороты стабилизируются. Сейчас здесь стоит электронный подсос. В общем-то и целом все. Honda Journa у нас теперь в строю. Сегодня отослал видео владельцу. Он очень доволен, очень рад, что все так благополучно у нас завершилось. Вот. Ну и все.
Немножечко надо будет его, я его протер. Он, бедолага, 2 месяца у меня тут стоял в пыли, в грязи. Ну и все. Поэтому будем отдавать владельцу. Вот такие вот маленькие истории по нашему гаражу. Все, всем счастья, всех благ, благополучия, мира и добра.